Звание паралимпийской чемпионки – мечта 18-летней жительницы Барнаула Дарьи Нартовой. Девушка уже год регулярно тренируется на беговеле. Это трехколесный аналог велосипеда – с седлом, упором для груди и рулем. На нем передвигаются с помощью ног. Оборудование разработано для спортсменов с детским церебральным параличом. Нравится больше всего бегать на велобеге. Почему? Потому что я чувствую какую-то от этого свободу и дает какой-то смысл. Она стала более выносливая. Изначально она пробегала километр, да, за тренировку. Сейчас мы 5 бегаем километров. Барнаульская общественная организация «Дети-ангелы» организовала бесплатную секцию по рейс-раннингу год назад. Сейчас в ней регулярно занимаются 20 человек. Сначала было всего 2 беговела, рассчитанных на подростков. И вот поступило новое оборудование. На нем смогут заниматься малыши от 8 лет. Рейс-раннинг – это паралимпийский вид спорта, но это также как реабилитация, адаптация для людей, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благодаря фонду «Ротари» у нас появились еще 2 маленьких беговела, и теперь ребята младшего возраста могут вступить в нашу команду паралимпийцев будущих. «Малыш, ты можешь» – волонтерский проект международной благотворительной организации «Ротари Клуб». Ее филиал есть и в Барнауле. Задача проекта – помочь организациям, которые занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья. Так детям-ангелам передали 2 беговела общей стоимостью 500 тысяч рублей. Был найден эксклюзивный изготовитель оборудования для вертикализации детей в Москве. Оборудование было изготовлено, оно прошло тестирование и сертификацию. И на сегодняшний день в 14 городах России в разных центрах, либо общественных объединений, работающих с детьми, вот с этими нозологиями, есть такое оборудование. Наш клуб в прошлом году подал заявку, и вот в этом году мы получили это оборудование и передали его нашим партнерам. Тренировки на беговеле улучшают работу вестибулярного аппарата, опорно-двигательной, мышечной и дыхательной систем. А регулярные занятия на нем в кругу единомышленников – еще и мощная психологическая поддержка. И это те слова, которые я говорю на каждом занятии каждому ребенку. Ты можешь. Это тот призыв, наверное, каждому ребенку встать из инвалидной коляски, вырваться вот из этого. На мой взгляд, определенной обреченности и сказать, да, я могу. Я могу быть достойным членом общества, я могу реализоваться в этой жизни, я могу самоутвердиться. И это нужно не только ребенку, но и его семье. Дети-колясочники часто заперты в четырех стенах, рассказывают в организации «Дети-ангелы Барнаула». Занятия на беговелах делают их жизнь интереснее и ярче. Поэтому ребята с нетерпением ждут еженедельных тренировок на манеже Алтайского технического университета. Анастасия Меншакова, Антон Еноткин. Новости.